Деловая колбаса, ты, да? Нет. А руки в карманы, как деловая колбаса? Нет. 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 Не трогай, тетя. Любитель поп. Да, Дем? Я тут стою в очереди на кассу. Купила своей крестнице вот такую размалевку с фарбой. Потом вот такую вот картину с собаками. Сейчас покажу. Ну, на Николаечка. И на Новый год хочу ей купить. Сейчас покажу, что. Вот тут вот. Вот этих котиков. Вот, ну, думаю, потом уже куплю, может, сейчас сразу, не знаю. Вон Ника наша. Такая, создала свой лук самостоятельно с новой сумкой, которую получила от Николаечика, да? Да. День Святого Николая. Вот. Я, кстати, с сумкой, которая из Китая мне пришла. Вот, но она мне неудобная, она круглая. Дема. Дема. Хозяин, хозяин. Так, ладно, пошла я, а то там уже очередь, а я опять пропустила свою очередь. Потому что играла музыка, Дема танцевал, не успела это снять. Да, вот так. Дема, танцуй, 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 танцуй. Давай, танцуй. Как музыки же нет. Нет, музыки. Нет, не хочет танцевать. Что, сосуны, а как Димочки? Шарики увидел, и теперь хочет шарик. Но это буквально на одну минуту. Потом он их бросает. Танцуй, Дёма! Танцор диско. Смотрите, что я купила еще дополнительно. Я купила вот такие вот... Ах, ну если я буду доставать, то потом не положу на место. Что я тебе дать, солнце? Вот это дать? Ну, на. На. Открыть тебе? Это на подарок, Дём. Вот такие вот деревянные корзинки. Их можно, кстати, разрисовать. Как, вообще, как угодно. И туда я хочу... А я вам покажу, что будет. Это подарок. И для кого тоже потом расскажу. В дальнейшем. Наверное, в следующем влоге покажу. Подожди. Ой, мне нравится. Я люблю вот такие вот вещи. Вот это прикольно. А такое... Если бы оно было без бомбона, это было бы прикольно. Дема, нравится? Это Кися. Кися. Ой-ой-ой-ой, заобнимал Кисю. Заобнимал Кисю. Аккуратно, давай расправимся. Обнимает, целует. Боится упасть, бам, говорит, бам. Бам, да, там бам. Нельзя близко подходить, а то можно бам. Мой хороший. Нам надо еще зайти будет в магазин игрушек, в Демке купить. От нашей крестной подарок. Она выслала денежку, говорит, сами выберите от меня. Ой, показывай, показывай. Да, вот такой мне нравится. Нет, страшный. Дашь маме? Дем, дашь маме? Ну, пожалуйста. Он очень любит хлеб, очень. Дай маме кусить, Дем. Как вкусно, вкусно. Спасибо, мой хороший. Давай. Все, кушай, кушай. Девочки, я покупаю малому. Сейчас покажу. Вот такие вот сосиски. Индюшачьи. Вот они. По составу там
только, ну, как бы индюшка и на мясо, больше ничего нет. По вкусу, ну, просто как мясо, как фарш сварили. Как-то так, в общем. Вкусные сосиски, хорошие. Ну, да. А, и финики еще беру. Нравится. Смотри, какие красные-красные яблоки. А присядь помыть, какое оно будет. Да, как лук. Ага. Ну, выглядит, знаешь, ага. Как красный лук. И мандаринки, и форма. Мы в Ашане. Людей масса. А? Идем от общих хлеб. Сегодня будем ужинать, наверное, в салатерии. Дома. Дома не хочется ничего готовить, пока доедем. Где? Где? А, точно. Вон он. Ника побежала. И вот это? Да. Это, кстати, конструктор-машинка. Это Дима выбирает подарки от крестной. Давайте не на кассу все. Давай. Вот так. Все правильно. На кассу. Вот такой вот конструктор Дима выбрал себе. Он в виде кубиков. Фортети называется. Вот, видите? Дима, можно я покажу? Пожалуйста. Можно? Не разрешаю. А я сейчас вам покажу вот здесь. Тут вот это много разных конструкторов. Были. Мы хотели ему вот такой взять, но он не захотел. Он выбрал себе вот такой. Только тут 65 деталей, а там 40. 65 деталей стоит 702 гривны, а тот, что он выбрал, 400 с копейками. И здесь, видите, как кубики. То есть кубик на кубик складывается и собирается. Видите, аквапарк, то есть можно в песке играть. Вот, ну, в общем, сам выбрал. Будет играть. Он понес. Пришли поиграть со своим конструктором. Мама, она не влазит. Может, новые поэтому? Может быть, тут как-то специально что-то? Попробуй. Вот, смотри, у Дёмы только что получилось. Смотри. Видишь, у ребенка все выходит. О, другая получилась. А, ну, может быть, это была какая-то специальная. Да, наверное, мы заказали покушать, сейчас ждем. Я буду строить большую-большую дорогу. Ну, давай. Интересно, как посмотреть? Замок с подъемным мостом. Так, а теперь, Дёма, смотри. Ура! Ого! Такие большие эти детали. И самые интересные. Папа. Они еще в пижамах. Ура! Зайка, жигунька, зайка, так высыпать нельзя, объясню почему. Потому что пластмасски будут друг от друга ударяться и может где-то что-то отколоться, поняла? То есть это неаккуратно и может поломаться. Маленькая машинка. Покажи маме, покажи. Покажи маме машинку. Ой, какая машинка. А тут еще есть дорожные знаки. Короче, мы позавтракали. Вот, клеится, а здесь Луц, Луцк. Город Луцк. Сейчас будут строить город Луцк. Позавтракали, но не переоделись до сих пор. Они в пижамах. И я в пижаме. Кофе выпила. И монтирую опять видео, пока они играют. Думаю, пока есть свободное время, надо монтировать. Смотрите, что они построили. Ой, целый трек. А тут знак стоп. А как машина проедет? Ну, она, ей нельзя сюда, вот знак стоп, ей сюда нельзя. Все, Дёма, знак стоп. Ага, Дёмы нету знака стоп. Дёма сносит все. А мы еще Демин конструктор не строили. Это у нас сейчас будет целый город. Класс. А мам, без яма. А, то есть с кошельком надо ехать в кафе, да, Дёма? Да. Смотрите, какая красота. Дём, ты тоже, конечно, красота. Ты красота, какой да. Руки, только дай я ж покажу. В какой руке? Дём, ну отойди, свою жопку убери. Иди сюда, Дёмка. Ты писать не хочешь? Он без подгузы же не уписывался. Видите? Мама,
Здесь вот Дёма убрал значок, но был значок стоп. А, вот он. Вот так вот, вот. Вот так вот, типа, ехать нельзя. И такие две башни, такие как арки. И съезд. Спрятался. Кто спрятался? Кто там голенький? Ай, кто это у меня под елочкой сидит? Голенький, в корзинке спрятался. Не хочет идти купаться. Ковтик. Да? Ой, 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 Дёма. Дёма. Дёма, Дёма. Дёма, Дёма. 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 Дёма, пошли купаться. Ой, Дёма вылазит. Вылазит Дёма, да? Дёма, да. Пойдём купаться? Нет. Полчаса. А кто тут надудлил? Ах ты жопа в виде сердечка. Дёма, Дём, ты это маме, да, сердечко написал? С Новым годом! Спасибо, дорогой, спасибо. Наверное, когда он тогда тихо сидел, он, наверное... Нельзя, нельзя голую жопу показывать, нельзя. Да, можно только мордочку показывать, которая, да, не может идти купаться, не хочет, не хочет, не хочет, не хочет. Надо, надо, надо. Я буду как новогодняя елочка. Кто маму кусает? Нельзя маму кусать. О, мам, покажи мой город. Сейчас, секунду. Я тут... Монстр маму держит. Монстр держит. Маму держит монстр. Отпусти маму. Отпусти маму. Быстро говорю. Отпусти, 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 отпусти. Все. Вот это мой город. О, все, мама. Внимание, внимание. Так, у меня здесь дома. Он меня кусает за жопу. Вот это Верховная Рада, дом большого такого депутата. А вот дома, дома, дома. А это торговый центр. Вот на нем парковка. А, здесь переходят люди дорогу, и вот знаки стоят, вот, и две арки. И вот такая вот дорога, это город Луцк. Луцк. Ой. Да, у Ники где-то тут был. Да, а значок Луцк значок. Дёма спрятал. Да, у нас Дёма любитель попрятать игрушки, пульты, ключи от машины, все на свете. Да, где-то вот. Машинка. Где наша? Это голый монстр на город напал! Годзилла! А вот депутат, это жадный динозавр. Все, он тут живет. Вставляй. Девочки, я, видите, тут мою воздух. Работает постоянно у нас зимой, даже ночью. Только ночью, детвора, тихо, ночью ставлю вот на бесшумный режим. И на 40%. Мне очень нравится. Прям я очень-очень довольна, и малой даже меньше стал болеть. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Болеет сейчас гораздо меньше, чем в том году. Мы тут дурачимся и с ума сходим. Мы играем в паука. Я паук в основном и нападаю на детвору. Идем, хочет играться, подбегает и говорит: паук, паук. А сейчас мы... В общем, типа, сделали из него, как будто паук его запеленал. Сделали из него куколку. Маленького ребеночка. Ребеночка съесть, да, я буду съесть его. Баюшки, баю, не ложись на краю, придет серенький его. В общем, предыстория у нас такая. Вот, да, да. Паук в паутину. Вот так вот, заворачивает, 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 идем. И кушает, 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 кушает эту голозопика. Мы проснулись, он съел творожок. С шоколадом. Да. И не дает вытереть рот, ничего не дает. Даже памперс не дает снять, потому что спит он в подгузнике. Ну, на ночь и в обед я его кладу в подгузнике. А меня паук не найдет. Где же моя Доминика? Паук знает. Где искать маленьких девочек? Ты боишься паука? Паук нападает! Ням-ням-ням-ням! Тише! Съешь! Истерички! Истерички! Я пошла от вас! Ням-ням-ням-ням-ням!
Я люблю маленьких детей. Помогите, кричит. Вика, не кричи так. У меня же от твоего ультразвука. Я пузика съем. Скажи, помогите. Помогите.